сидит? Вот это дело здесь под полком. А, нет, свет. Я не знаю, как подорвать эти слова, которые сейчас есть, да, то, что мы потеряли нашего командира, двоих командиров наших мы потеряли. Но мы не потеряли их. Все равно у нас есть дальше командиры, которые мы должны и обязаны им подчиняться. Мы действуем дальше, согласно нашему внутреннему уставу ЧВК «Вагнер». И соболезнуем. То, что сейчас произошло, давайте держаться вместе. И ждем дальше команды старших наших командиров, которые дальше поступят. Давай туда поближе, тебе поближе, туда. Банок, 15 баллов, пожалуйста.